Не закончилась уборочная страда и не закончились задержания аграриев. Милиция продолжает выводить на чистую воду тех, кто за эту кампанию успел прибрать к рукам государственную солярку, запчасти, зерно и удобрения. Так, в Петриковском районе к ответственности привлечен механизатор, который за летний и осенний период наворовал более 300 литров дизельного топлива. Государственное добро, разлитое по канистрам, оперативники ОБЭП обнаружили в сарае по месту жительства мужчины. За трактористом был закреплен комбайн и трактор МТЗ. Топливо сливал, подогнав технику к своему подворью. Только за июль и август ущерб составил почти 350 рублей.